тысячные доли секунды после детонации огненный шар в 6 километров в поперечнике распространится на 3 километра во все стороны. В этой зоне температура приблизится к температуре на поверхности Солнца. Все будет испарено. Здания, деревья, люди, верхний слой Земли исчезнет. На расстоянии в 6 километров во всех направлениях взрыв вызовет ветер скоростью более 1000 километров в час. Будет разрушено все, созданное человеком. Температура окажется настолько высокой, что автомобили расплавятся в радиусе 9 километров. В 25 километрах от взрыва будет гореть все легко воспламеняющееся. Бумага, ткань, бензин, пластик, мазут. Начнутся сотни тысяч мелких пожаров. В течение следующего получаса вспыхнет гигантский 50-километровый пожар. В пределах этой зоны температура поднимется до 800 градусов по Цельсию. Весь кислород будет уничтожен, все живое погибнет.